Всем привет, друзья! Меня зовут Саша, и сегодня мы поговорим о яркости звезд на небе. Когда люди, далекие от астрономии, попадают на мой канал, то нередко возмущаются, если услышат фразу типа «На небе комета седьмой звездной величины». Какая величина? И что это значит? Ты вообще для кого видео снимаешь? Для нормальных людей или для ботанов? Вот поэтому сегодня в рубрике «Астрономия для начинающих» я расскажу, что такое звездные величины и почему важно в них ориентироваться. Так что поехали! Наверняка каждый из вас обращал внимание, что на небе звезды разной яркости. Одни ярче, другие тусклее. Например, сейчас по вечерам на небе сияет яркая Венера. Но многие люди, не имеющие отношения к астрономии, думают, что это полярная звезда. Вот посмотрите, насколько Венера в реальности ярче полярной. Есть разница, согласитесь. Кстати, точную цифру, во сколько раз Венера ярче полярной, мы обязательно высчитаем, но чуть позже. То, что звезды отличаются по яркости, люди заметили еще в древности и уже тогда решили как-то классифицировать звезды по блеску. Первым это сделал древнегреческий астроном Гиппарх во втором веке до нашей эры. Все звезды, которые видны на небе невооруженным глазом, ну просто потому, что вооружить глаз ему было на тот момент нечем, он разделил на 6 категорий. Самые яркие – первой величины, самое слабое – шестой. Все остальные равномерно на глазок распределялись вот между первой и шестой. Эта система, говоря современным языком, неплохо так зашла и просуществовала довольно долго. Но затем появились телескопы. Люди стали вооружать свои глаза и видели уже больше звезд. Появилась необходимость создать новую классификацию, чтобы определять блеск у всех звезд, в том числе и тех, которые не видны без телескопа. Современная система появилась в 1856 году. Ее придумал английский астроном Норман Погсон. Основная его идея была в том, что разница в 5 звездных величин соответствует разнице в блеске в 100 раз. Включаем наши недюжие математические способности и получаем, что разница между каждой звездной величиной равна 2,512. За точку отсчета была выбрана звезда Вега из созвездия Лиры. Ей присвоено значение нулевой звездной величины. Первая звездная величина в 2,512 раза слабее, чем нулевая. Вторая звездная величина в 2,512 раза слабее, чем первая. И так далее. Вот такая вот логарифмическая шкала получилась. Кстати, в справочной литературе вы можете увидеть, что звездные величины обозначаются латинской буквой М от слова магнитуда. 3М – это третья звездная величина. В этой новой системе кое-что осталось и от Гиппарха. Например, самые слабые звезды, которые можно увидеть невооруженным глазом на хорошем загородном небе, имеют блеск шестой звездной величины. Поэтому на вопрос, почему так, можно смело отвечать. Исторически так сложилось. Сейчас в городах из-за фонарей, смога и пыли звезды шестой величины, к сожалению, не увидеть. Можно рассчитывать на пятую, чаще на четвертую, а в мегаполисах еще хуже. Поэтому в городах на небе звезд меньше, чем в деревнях, селах и глухих медвежьих углах. Но зато в телескоп вы можете увидеть звезды и другие объекты 7, 8, 9, 10 и так далее, ну где-то до 15 звездной величины, в зависимости от самого телескопа и качества неба. Как правило, проницающая способность телескопа указывается в инструкции к нему. Кстати, если вы хотите купить телескоп, то можете это сделать в магазине Планетарий. Для подписчиков Astro Channel там есть скидка по коду 2020, ссылка в описании. А что с яркими объектами? Ведь Вега далеко не самая яркая звезда на небе. А есть еще планеты, Луна и Солнце, наконец. По законам математики у них указывается отрицательный блеск. Например, у самой яркой звезды, у Сириуса, блеск минус 1,5 звездной величины. А у планеты Венеры минус 4,8. Кстати, в начале ролика я обещал сравнить блеск полярной звезды и Венеры. Время посчитать. У полярной блеск вторая звездная величина, значит она слабее Венеры на 6,8 звездной величины.
2,512 возведем в степень 6,8 и получаем, что Венера в 250 раз ярче полярной звезды. Вот как-то так. В наблюдательной астрономии звездные величины используются ну просто повсеместно. Это конкретная четкая характеристика, которая показывает яркость разных звезд, галактик, туманностей, комет, которые мы видим своими глазами, наблюдая с Земли. Профессиональные же ученые пользуются и другими фотометрическими системами. Например, для некоторых научных задач они измеряют блеск в разных цветных фильтрах. Есть такая система, называется фотометрическая система Джонсона. Она, пожалуй, самая известная. Также существует понятие абсолютной звездной величины, которая показывает, какую яркость имела бы светило, если бы находилась от нас на расстоянии 10 парсеков. Таким образом, абсолютная звездная величина, в отличие от видимой, позволяет сравнивать истинные светимости небесных объектов. Ну а на этом, друзья, у меня сегодня все. Надеюсь, это видео было полезным. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь этим видео со своими друзьями. Если желаете, можете поддержать Astro Channel на Патреоне и Ютубе. Ясного неба и успешных наблюдений. Пока!